Всем привет, всем привет, ребят, с вами Шмыгом на канале Шмыг. Сегодня поиграем в Undead Horde и попытаемся. Подожди, мы закончили, не помню, на чем мы закончили, но на чем-то мы закончили точно. Так, во-первых, пойдем восстановим здоровьишко. Так, и теперь нам нужно что? Подожди, что там? Не принеси сверкающие сферы весу. А, на, держи. А, прекрасно, вот твоя награда, но мне нужны еще две сферы. Хорошо. Еще две сферы. Что такое? Да не, у него не будет легендарных, у меня-то легендарный шмот. А, мы что-то завоевали. Отлично, хорошо, вернусь домой. Вот награда за твои старания. О, награда. Добротный волшебный топор. Так, давай посмотрим, что за топор. Коса. Коса, говнокоса. Мерцы ближнего боя пролучают вампиризм. Исцеляет 103. Добротный топор. Урон за удар. Это вот это он мне дал или вот это? Вот это он мне дал, да? Наносит 0 плюс 0 урона в рукопашной от расхода маны, макс плюс 7 везде, получение монет плюс 5. А почему не могу? Требует с 9 уровня, а у меня какой уровень? А у меня какой уровень-то? А, у меня 8. Перстень, да, это. Так, ну давай, короче, мы вот это продаем. Пока оставляем, да? Потом, если что. Ой, извиняюсь, забыл. Да просто в этот, в Каусбейн переиграл. И все. А, подожди, теперь мне нужно вспомнить, куда мне нужно идти. А, каньон скорпионов. Сразите мега-скорпиона 8 уровня. А мы же там, по-моему, были, нет? Каньон скорпионов. Нет, мы здесь не были, понял. А, мы вот оттуда пришли, все вспомнил. Так, мега-скорпиона надо, да? А с тем, что крепость варваров. А, ну то пока попасть не могу. Так, ну пойдем, короче, тогда сделаем. Что сделаем? Скорпиона, мега-скорпиона. Но мега-скорпиона нужно через скорпионов. Но там-то не скорпионы, типа, да? Клирика, раз, клирик. Так. Оргуманоид. Стрелок. Блин, я уже могу этих брать, смотри, гоблин шаман тут, ёпти. А, так, давай-ка мы возьмем, знаешь кого? Мы возьмем медведя. Мы возьмем. Не получится. Давай у тебя получится. А, еще могу кого-то взять. Блин, надо было, короче, кого-нибудь еще взять. Клирик, может еще одного клирика возьмем, нет? Восстанавливал. Или это бессмысленно? А стрелка могу взять? Отлично, все, погнали. Погнали. Так, давай пока через... Закрыто, да? Здорово, ты со мной не пообщаешься, да? Нет, да, получается. Блин, тут одни скорпионы, что ли, да? Slay the living. Join the horde. Ой. Не, я за то, чтобы, короче, убить вот здесь всех. Gather round. Strike them down.
Ай, ёпта! You shall serve me well. Burn them down. My suffering shall bring victory. Твою налю, да ты гонишь, что ли, ну? I am restored. Так, надо, короче, нормально. Так. Так, а мы не пройдем опять, потому что тут башня. Так, погнали тогда вот. Опять тут будут эти скорпионы, да? Нет, не будут. Да ты бесишь. Arise, my enemies. Join the horde. Follow my lead. Да ёб твою налево-то, опять что ли все сдохли, ёб. Arise, my attack. My suffering shall bring victory. Arise, my minions. Я что, один опять? Ёб-моё! Destroy them! Да блять! My suffering shall bring victory. Ёб твою мать, сейчас еще скорпионов поймаем тут, ага, за жопу прям. Так, короче, подожди, чё-то не понимаю ни хрена. Клериков нахер, потому что они бесполезное говнище, короче. Берем этого Акабута. Нам сейчас главное не попасть в этот... да, что-то, короче, как-то херня сложная происходит, да? Нам главное сейчас не попасть на скорпионов, и все нормально будет. Charge. Твою мать, я сказал... Да, блядь! Это кто там пищит? Gather round. Strike them down. Destroy them. На самом деле, я один остался, типа, да, опять? Прикольно. We shall burn the land. Пошел ты в жопу. Пошли вы все в жопу, я сказал. Я могу восстановить вас? Могу. You shall serve me well. Charge. А чё по мне-то сразу, алё? My mana is low. Да ёп! О, бесячее говно. Ладно, мы, короче, два здания уничтожили. На этом спасибо. На этом уходим. На этом уходим, да. Так, опять кого берем? Я не знаю, на самом деле.
А зачем? Блин. Не знаю, поможет ли мне это, короче, но давай попробуем. А подожди, мы что, в жгучих песках не забрали какой-то этот, что ли? Да капец, они подыхают! Все, вот теперь можно, блин, убивать кого угодно. Ну вот, а вы мне тут рассказывали что-то. Так, здесь, короче, у меня есть хпшка, если что, на всякий пожарный, да? Так, тебе кого-нибудь здесь можно восстановить? Нельзя, я понял, так. Так, а эту как теперь уничтожать, подожди. Это только вот так через право, да? Нет, блин, надо опять армию. Блин, а если сделать... Подожди, надо подожди подумать. А если сделать... А что ты сделаешь? Ты ничего не сделаешь. Ладно. Так, там... Кто там? Там скорпион, скорпиошка, да? Да блин, меня за что меня-то? You shall serve me well. Череп ночного короля какой-то, да? Так, стоп. Давай посмотрим, что нам не надали. Урон за удар при снаряжении. Снаряд... Что-что? У меня снаряды мертвецов восклоняются на враги. Я буду получать от огня. Перстень вспышки. Снаряды мертвецов восклоняются на 11 секунд. Враги будут получать 188 на 4 секунды. Трата маны больше чуть-чуть. Сколько? На 135. Нормально. Так. Нет, надо с этим. 131, 2, 134, 2 тоже смотри. Первое, я это продам, да. Так, пока все так. Да, и вот так давай поиграем с сеттингом. Так. Тут есть у меня хпшечка, если шу. Если шу. А это вот этот такой здоровый ублюдок здесь тоже. Rise and obey. Follow my lead. Destroy them. Rise and obey. Ах ты сучка. В смысле? А нихера себе он меня, да? Он ядом-то херанул так, что я аж вспотел. Я аж прям вспотел, лол. Да, это будет сложное говнище. Это будет очень сложное говнище. Это будет очень сложное говнище, я тебе еще раз говорю. Сложное говнище, сложное. Почему я там не нашел клад? Я никто не вспомнит уже, да? Блин. Да иди ты нахер! Join the horde. Хорош. Gather round, slay the living.
Да какого ты хера-то, ну? You shall serve me well. Ой, отлично, вообще всех съели. Ой, я самого большого призвал, лол. Follow me. Сюда идите быстро. Что я там нашел? Давай почитаем, что мы нашли. При снаряжении. Так, 40 к лимиту призыва, урон. Лимит призыва плюс 40, прикинь. Время призыва минус 17. Ну, это говно, да. А для чего она? Понятно пока. Так, ладно. Ой. Да, ко мне. К ноге. Так, восстанавливаем говнище свое. Подожди, вот там восстановились эти упыри? Если да, пойдем их трахнем еще раз. Destroy them. Я не очень понял, почему я получил сейчас пописьки. Come here. Ну, типа, камон. Я же как бы... Камон, да? Мануэль. My quest for domination. Я вижу, у тебя все получилось отлично. Отрадно знать, что мой дорогой кузен явно окончательно бесповоротно мертв. Ты ведь его не оживлял, нет? А вот твоя награда, я сделал этот кинжал из жала мегаскорпиона. Теперь он твой. Так, смотрим. Еще какое-то говно, но это какое-то говно. Значит, смертонос нажал на мегасплен, наносит врагу 174 единицы урона, скорость 2 секунды. Отравляет... отравляет цель на 150 урона, да, давай, конечно. Это убираем, это пока оставляем. Это тоже, кстати, через яд, так что убираем. Так. И у нас что у нас? А чё он кровоточит? Ты дурак? А, это туда уже. А мне нужно сюда проникнуть, подожди. Приходится делать за самому, ёпти. Join the horde. Не, надо восстановить ХП, подожди. И здесь можно, может, кого-нибудь восстановить можно? О. Arise, my minions. Follow me. And obey. Slay the living. The living shall know my wrath. Сучка, да отстаньте от меня. Rise and obey. Attack, my minions.
Come here. Attack my minions. Что ж вы за упыри-то такие, а? Arise, my minions. Ать. Да ёп! She draws me charge. Да... You shall serve me well. Gather here. Да во-во-во-во! Да это такой, блядь, дебилизм. Я restored. Ай, блядь. Блин, мне нужно захватить же, мне же просто не просто это нужно захватить, а захватить это говно, блин. Destroy them. Да, бля. Это пиздец какой-то реально. Какой-то троллинг, наверное, да? Да не, это, короче, я понял. Полная бредятина. Так, я же могу бесконечно туда-сюда прыгать, правильно? Главное, чтобы меня не убили, правильно, по ходу этой темы? Здесь мы все уничтожили, там остается, да? Ну да, давай, короче, туда пойдем тогда. Потому что, ну, все равно придется возвращаться, если что. Потому что если мы здесь не уничтожим, это говно, правильно? Вы идете ко мне или не идете? Follow my lead. Очень странно сделано, ну ладно, так. Forward. Это ты куда пульнул-то, ёпта? В смысле? Блядь! Классно, очень классно. А вы слышите, как у меня сверлит или нет? Просто я вот не могу записывать, не стримить, потому что он сверлит, но уже столько много времени. Появляется какое-то время записать, я сразу бегу записывать, потому что ну, это невозможно реально. Он сверлит как, я не знаю, умалишенный что ли. Strike them down. Come here.
my minions. Rise and obey. Я надеюсь, что вы плохо слышите все, что сейчас там сверлится. Хотя как это можно не услышать, потому что это какой-то просто жесть. Какой-то ад. You shall serve me well. Follow me forward, mana. I must have more. Так, ну вроде здесь все, да, запорешали. Так, но у нас есть другие проблемы. Arise. А другие проблемы заключаются в том, что нам, чтобы захватить эту территорию, нам нужно всех здесь опять еще раз чпокнуть. Оп. Follow me. В смысле? Никого нету? Ну, а здесь? Но он не написал мне, что я захватил... А вот... Destroy them. You shall serve me well. Тихо. Rise and obey. Так, и там, и последнее, где скорпиончики, правильно? Пойдем, а ну пойдем. Gather round. Forward. А, у меня же иммунитет к этому, к яду. Да? Или нет? В смысле? Там же было написано, что у меня иммунитет к яду от этого ножа. Join the horde. Или я что-то путаю? Follow my lead. Attack. Подожди. А, 60% сопротивления, понял. Завоевана территория, отлично. Так, какое-то говно. Будем там этих скорпиончиков делать или нет? Arise, my minions. Так, подожди, а что там с этим-то? Найдите вождя Грока, найдите новые сверкающие сферы для веса. Подожди, а мы что-то... это я не понял. Ну ладно. Так, пойдем-ка туда, сделаем телепорт, чтобы было удобней. А можно я поеду? Можешь сделать ускорение? Ускорение? Или не можешь? Видимо, не можешь. We shall devour these lives. Сейчас, подожди. Угу. Я хочу телепорт открыть. Вождь гор, Грок, точнее. Призрак хотеть земле человеков? Сначала призрак помогать Гроку. Грок хотеть вести орду, но Гроку надо уламула. Уламула показать, что Грок большой босс. И пока Грок тут сидеть ровно, уламула лежать в деревне варваров. Призрак ходить по деревне, у горы приносить уламулу. Грок помогать призраку. Теперь призрак брать ключ и идти. Найдите уламулу. Это, видимо, там, наверное, да? Так, подожди, может быть, здесь какой-нибудь секретик будет? Чемодан? Нет? Будет так? Ну, пойдем посмотрим, что там у нас происходит. Какой-то перстень. Я могу уже... Так, подожди, здоровье, урон, призыв, мана, призыв. 31, здоровье, да, вот я маг. Я маг мазафака. А, он мне здесь открыл, ёптель.
Че, дурак, что ли? А че так много-то? Подожди, а че в жгучих песках-то я не открыл? Че-то я не понял. This land shall soon be mine. А, проход гигантов каких-то, да? Нет, подожди. У прохода гигантов тоже есть один сундук, а тут тоже один сундук. Или я что-то неправильно, подожди. Или я не разбираюсь в этой всей полемике. Это же моя уже зона, правильно? Я не нашел здесь сундук, получается. Или что? Это куда? Это мы оттуда пришли. Все, а, да. Ну, в смысле? Подожди, я здесь не нашел один сундук, получается. А вот он, да. У меня один секрет, да, все. Ну, лошара, я же слепой, как не знамо кто. Вы же сами все знаете. Магослепошара, как не знамо кто. Так, все, да, да. А, там-то уже мы были, да, не надо здесь. Так, пойдем, короче, в дом. К дому, там... Отлично, хорошо, вернусь домой. Вот награда за твои старания. Награда. И все? Что мне дал? При снаряжении. Е-142. Удар по живому существу. Да не надо мне это говно. Сжать дружу ближнего боя, не надо. Так, наносит врагу скорость 1 секунда. Шанс критического удара 11, не надо. Время призыва минус 17. Это тоже не надо. Запись. Сила магии мертвецов поддержки. Тихо, вот, топор ярости. Ну да, кстати, нормальный топор еще. Блин, ну лимит призыва, ёпта. А это что такое? Сумка. Да, это говно совать. А, это и этому нужно, ёпта. Я забыл. Это же вот этому нужно. Ой, не тебе, вот тебе. На. Спасибо, ты заслужил свою награду. До полного набора из трех осталась всего одна сфера. Так. А я хотел ее продать. Лоу. 40-40, не ополчение, 40 куда-то. Так, Квазимода. Так, что у нас с этим? У нас 154, да, на 2 секунды. Шанс критического удара. А так это какое-то говно, убери это. Вот это, может быть, возьмем, нет? Мертвецов орков, рукопашный. Давай попробуем. А что нет-то? А это что такое? Костяная стена? Ну, давай, ладно, пусть будет. Мы туда погнали, и там что-то у нас... Мы через эту дверь, короче, должны пройти, и... Мы закрыты. А, подожди. Найдите Улумулу, союзники поневоле, цветные пески. Найдите последнюю сверкающую сферу для... А где мне найти-то? Не понял нихера. Ключ от каких-то ворот он мне дал. От каких? Я, блин, я прослушал. Я что-то говорил, да? Но я прослушал. Какой ключ ты мне дал, вождь? А, вождь. Найдите Улумулу. А, через проход гигантов надо. Ёпть. Окей. Проход гигантов. Там крепость... Все в крепость засунуто. Strike them down. Бля. Проворный череп. Что там? Скорость атаки, демейджа убираем сразу же. Так. Не открыть, понял. Gather round. А, так все через башни надо херачить.
Slay the living. We shall burn the lands of the living. Join the Horde. Follow my lead. Attack. Да блин! Класс! Класс, бля! Я охереваю, конечно, от этого. I am restored. Че, ребят, 2 секунды, подождите, пожалуйста. Ага. Я, конечно, от этого охереваю, да. А, башню хоть убью. Так. Join the horde. Gather round. You shall serve me well. Блять, ну вот как их вызвать-то, этих упырей теперь? You shall serve me, slay the living. Да почему в меня-то, алё? Да блин! Какая-то жесть, на самом деле. Да блин, я потому что привык к этому, на самом деле. Как его называют? К Каусбейну. Там, не... Там так не умираешь, поэтому можно заниматься всякой херомотой. Херомота. Attack, my minions. Gather here. Да блять, да уйдите вы от меня-то, ну! Я реально охереваю. Нахер они ко мне подходят-то, дебилы-то? Чё за бред? Я вам сказал атаковать, а не ко мне подходить. Чё за... Ну чё, ну вы чё начинаете-то опять, ну? Блин, надо как бы другую тактику, не с этими орками, короче, ходить, а с чем-то другим. Не знаю пока с чем. Destroy them. Да блин, ну это пиздец какой-то реально. Все, у меня один скорпион остался, прикольно. Блядь, да ёб твою налево. Ну а как... А как, бляха? Ты посмотри, сколько их. Ты посмотри, сколько их. Как это сделать, не понимаю. Вот этот Хурокай, да? Цена призыва 30, скорость атаки 1. 1400 у него здоровья. 1400 здоровья, ёпти. 1400 здоровья.
3800 у этого. И чё? Не понимаю, короче, что надо делать здесь. Destroy them. А, я еще и забыл этот сделать, да? Rise and obey. А я уже труп, да? You shall serve me well. Charge. Да не, это бред. Я забыл сделать этот, все, восстановить себя. Я, короче, тупанул, как не знамо кто. Не, ну с этими хотя бы чуваками хоть кого-то мы убили, ё-моё. А, может быть... Блин, может этих петухов взять? Вроде, ну, мощные. Или через петух. О, блин, реально, играл очень давно. Не могу пока сообразить, что надо делать. Так что извиняйте, ребят. Туплю не по-детски, как говорится. Это сучка. Да блин, ну уже вон. Два мертвых. Да иди ты нахер. А почему я не могу восстанавливать-то, ну? Charge. Да блять, твою налево, иди ты нахер, блять, бесячее говно. Слились, как, блять, последний тёлки, блять. И бесит. Я не знаю, кого брать. Рыцарь? Вот этот, сколько, 650, цена призыва. Ну блин! У него цена призыва 20, этот бьет вот против меня 162 и 1400, и вот играет. 162 и 1400. Клерика, ну а клерик-то при чем здесь? Клерик-то вообще бесполезная. Но он не успеет вылечить, они херачат. Так. Gather round, attack. Блин, а что так быстро-то случилось-то это, ну? Не-не-не, в сраку, мы два здания уничтожили, все, забей, погнали взад. Ну, это бред, короче. Так, ну, короче, мы поняли, что с этими круче играть, вот, с теми чуваками. Вот с тобой, да, они хоть как-то спасают ситуацию, ситуевину. Клерика уже не могу, а у тебя могу? Могу, вот стрелка какого-то ссаного. Так, погнали. Просто же, какой раз сюда уже телепортируюсь? Бля, я опять забыл восстановить себе хпшку. Charge. Нихера себе, вы такие классные, конечно. Rise and obey. Come here. Pain is my strength. Rise and obey. Forward. Follow my lead. Forward.
Ура! Ура! Мы это сделали, ёптель. Это только один, ты прикинь, это просто это одно вот это говнище было. Это, конечно, жесть, да. Ну не, то, что я там тупил-то, это понятно, там, это как бы даже не оговаривается. Но то, что... Attack. А зачем? Ну, нормально такой скелетрон. Скелетрон. Follow my lead. Forward. Да блин! Почему я не мог раньше это сделать? You shall serve me well. My mana is low. Pain is my strength. Да ну, иди нахер. Да, пошли, короче, сложности. Не! Так, иди-ка отсюда нахер. Пошли сложности. Но, наверное, я что-нибудь не то делаю. Надо каких-нибудь других этих чуваков, наверное, призывать к себе в команду, да? Но пока решаем так все сделать. Потому что почему? Потому что потому. Может быть, что-нибудь по оружию не то делаю, да? Короче, что-то не то делаю стопудово, стопудняк. Да? Attack. Gather round. Да почему ты меня там кто-то атакует вообще, я не понимаю. Я охуел. Вы чё гоните? Не, надо успеть одно здание хотя бы уничтожить. Ну пожалуйста, успей. Так, я вроде все успеваю, да? Да, отлично. Rise and obey. Одни стрелки, да? Но это очень плохо, что стрелки одни. Да, что-то как-то тяжело идет. Так, это куда проходочка? Пойдем посмотрим. This land shall soon be mine. О, телепорты хотя бы открыли сюда. Это что у нас? Великая Южная Пустыня. Проход гигантов. Погнали в проход гигантов опять же. Slay the living. Не понимаю я этого, просто не понимаю. Мне очень тяжело дается серия. Ладно, ребята, на этом, наверное, закончу эту серию тяжелую, потом продолжу. Не могу пока вообще ничего придумать даже. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыгов, всем счастливо, всем пока, я да.